А? Давай я на твой скажу. Зачем такие? Давай. Ребят, ну что, сейчас перекрываем. А за Беларусь! Подожди, подожди. Крикнем два коротких, третьих. Не расходимся! Два коротких, третьих возьмёшь. Ну что, Лен, снимаешь? Да, да, да. Дорогие сограждане! Подожди, не-не-не, давай так их переведем. Это симфит. Дорогие сограждане, мы всех вас поздравляем с тем, что белорусский народ не поддался уговорам этих проходимцев, которые сидят в Литве, в Польше, и еще Бог знает где. Слава Богу, что год народного единства, год начинается с того, что белорусский народ больше не ведется на различные уговоры разрушить и разнести свою родную страну, которую мы строили все эти долгие годы с нашим любимым президентом. Спасибо огромное всем нам, спасибо силовикам, спасибо патриотам, спасибо президенту. И, конечно же, наша весна будет не протестной, будет спокойной, мирной. Мы будем все наслаждаться спокойной жизнью, работать и отдыхать, гулять, наслаждаться хорошей погодой. С чем вас и поздравляем! Ура! 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 Молодцы! За Беларусь! 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 Ура! За Беларусь! Ура! Ура! Молодцы!